нам сумку свою покажите, пожалуйста. Ну, вообще везде, если проводится какое-то общественное мероприятие, да, по закону о полиции, вас не говорят там выложить свои предметы. Нет. Просто визуально покажите содержимое. Не показывайте нам, да, что вы имеете право. Протокол досмотра, пункт 5 закона о полиции, в полном объеме. Нам сумку свою покажите, пожалуйста. Ну, сумку покажите, сумку, пожалуйста. Мы не, да. По, мы не проводим досмотр. Своими руками. Ну, я не хочу. Ну, тогда вы не можете пройти. В общественное место я не могу пройти на основании чего? На основании того, что нам нужно посмотреть, что у вас в сумочке. Смотрите. Так, сами. Смотрите. Нет, как я так могу посмотреть? Не можете, сумку правильно. Покажите, пожалуйста. Протокол досмотра оформляйте. Да не и представьтесь. Мы никакие. Инспектор ПДН, ВД Бутырский. Удостоверение, пожалуйста. Покажите, сумочку. Светлана Егорова. Егоров. Инспектор. До 15 июля 24. 1-3-4-1-6. Требует сумку показать, а без протокола досмотра не имеет права. Никогда такого не было. Пожалуйста, кому покажите? Все, проходите. Я и голосовать не буду. Хреново принимай. Ну, но мы так... Вы не виноваты, да? Нет. Рамка. Ну так... Мы основываемся на рамке. Что случилось? Вы можете осматривать внешне. Если вы хотите досмотреть... Как вас по имени отчеству? Только помочь. Не важно. Не важно. Вот смотрите. Есть досмотр, есть визуальный осмотр. Да. Это вот визуально вы можете осматривать. Осматривайте. Покажите сотруднику. Но содержимое сумки я не хочу раскрывать. Не буду не поднимать ничего, поскольку у нас не, есть у нас основания. Даже есть стол выложить. Вот специально. Я говорю, если вы хотите посмотреть содержимое сумки, давайте протокол досмотра. Мы не двух понятых. Ну, значит, я отказываюсь вот показывать. Досмотр, чем отличается досмотр от осмотра? Ну вот, вот и не делайте. Да, ничего запрещенного у меня там нет. Не можем. Ну, а я вам не верю. Я вам показала все свои документы, да. Все мне. Вот. И вы требуете провести досмотр сумки без протокола досмотра? Не досмотр, а... Досмотр – это когда вы смотрите внутрь. С двумя понятыми. Ну вы же хотите заглянуть внутрь сумки? Я лично не хочу. Ну вот, женщина хочет. В данный момент пытаетесь пройти на избирательный участок, да? Здесь в рамках безопасности установлена металлическая рамка. Я должен убедиться, что у вас нет с собой ВВГУ и прочих средств. Оружие. Нет. Нет. Я могу в этом убедиться? Как? Можете убедиться, поверив мне на слово, либо составив протокол досмотра и с двумя понятыми. Все как по закону. Только досмотр от осмотра отличается тем, что... Осмотреть вы можете снаружи. Но у нас есть определенный порядок, как проходит осмотр, как проходит досмотр. Осмотреть можете осматривать меня сколько угодно. Вообще везде, если проводится какое-то общественное мероприятие, да, по закону о полиции. Вас не говорят вам выложить свои предметы. Нет. Просто визуально покажите содержимое. Не показывайте нам, да, то мы имеем право вас просто не пропустить. А я имею право не показывать. Если вы хотите меня не пропустить, у вас должны быть основания для этого. Основания у вас нет. В соответствии с законом полиции, если вы хотите пройти на общественное мероприятие, это выборы. Если я хочу пройти куда угодно, я могу это сделать в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Нет, если это говорю, не закрытая зона. Мы
здесь не закрытая зона, но здесь общественное место, все правильно. Досмотр и в том числе как бы сумок. Досмотр. Досмотр осуществляется у нас при наличии протокола досмотра и двух понятых. Осматривать? Осматривайте. Видите, у меня сумка маленькая, там ничего запрещенного, тем более, видите, она легкая. Тогда тем более, что вам ничего не стоит. Я предпочитаю действовать по закону. Мы тоже действуем по закону. Вот, поэтому либо осмотр производится по закону, как осмотрели, я пошел дальше. Либо, если вы хотите заглянуть внутрь сумки, посмотреть, что же у меня там лежит, я готов выложить, но я требую протокол досмотра и двух понятых. Мы же не просим выкладывать ничего. Да? Да. А я не хочу открывать сумку. Ну, вот мое личное желание. Мы должны убедиться, что там запрещенных предметов никаких у вас нет. Ну, если вы хотите в этом убедиться, составьте протокол досмотра и двух понятых. Когда на самолет приходите, говорите, дайте мне протокол досмотра, да? В аэропорту спецсредства, да. Которые просвечивают. Нет, там досмотр. Вы еще не успели пройти до спецсредства, вы как-то с ней разлетели. Вы забыли, как это делается? Я в аэропорту бываю каждый день. Так тем более, что же вы говорите, досмотрите. Но я ничего никому не показываю, ничего не открываю. Ничего подобного. Вы вначале только свой багаж, да? И не везде. Вы можете пройти, а рамки все равно вас просвечивают. Но у нас же нет таких условий сюда поставить. Смотрите, вы пройти. Простите, я вас перебью. Вы проходите зачем? Проголосовать? Да. То же самое. Проходите. Где там? В Третьяковской галерее вы открываете, когда идете. Ну а вы, ребятушки, подписывайтесь на канал, поставьте этому видео лайк, напишите много-много комментариев, подписывайтесь на мой второй канал, Public Citizen, все ссылки в описании, подписывайтесь на наш инстаграм, телеграм-канал, а также группу ВКонтакте, все ссылки также в описании, а также вступайте в наш телеграм-чат «Люди движения», все ссылки тоже в описании. Все, всем удачи, всем пока, комментируйте это видео и поставьте лайк, не забудьте. Все, всем пока. Боритесь за свои права.